Сегодня видео пойдет о моей покупке. И мы пришли вот на такую стоянку. Магазин Kaufland. Kaufland магазин. И это стояночная такая площадь парковочная. И видите, машин нету. А знаете почему? Потому что сегодня воскресенье. Да, и холодно, ветер. И речь пойдет о такой покупке. Вот такой велосипед я купил. Самый обычный, 26 колесо, старенький, на улыбке. И сейчас мы будем кататься вот на этой площадке. Ну что, ты первый?